видео, как я спускаюсь. Такой спуск крутецкий. Подниматься тяжело, спускаться, я думал, тоже легко. Тут, короче, все старое. Когда-то что-то было сделано. Но монахов, наверное, сейчас мало стало. Или просто они сейчас тут не ходят. Они туристы, наверное, ходят. Видно, что было когда-то что-то сделано. Вот. И туда, туда, вниз, вниз, вниз. Только под ноги смотришь. Корни, камни. Вот. А тут когда-то вода бежала. Но сейчас что-то пересохло все. Воды не стало. Под ноги надо глядеть. Валуны такие. Все по камням, по камням. Короче, надо быть выносливым человеком, чтобы тут ходить. Одновременно снимать и ходить. Это, конечно, круто. Как бы лестница, как бы и не лестница. Но думаю, если тут брызнет дождик, это будет мясо. Здесь не спуститься, не подняться. Вот. Как вот тут идти? Главное не спешить. Главное не спешить. Вот. Корни, они же как ступеньки. Вот они, корни идут. И как ступеньки получаются. Сама природа делает помощь людям. Вот. Камни, корни. Ну, тут, естественно, человек сделал мосточек. Наверное, когда-то весной, может, здесь водичка журчит, поэтому мостик тут необходим, чтобы перейти этот ручеек. Но сейчас воды нету. Соответственно, и мостик тоже как бы и не нужен. Да, спускаться-то тоже непросто, казалось бы. Нагрузка совершенно на другие мышцы ног. Пока еще я никого не встретил. Фух, вот такая вот природа. Вот такие вот ели, елки. Растительность очень похожа на среднюю полосу. Ну, потому что я поднялся вверх в горы. Соответственно, тут прохладнее. И растительность похожа на нашу. Вот и малина есть. А мне вон на ту гору надо идти. Вон туда. Ну, конечно, спускаться быстрее, чем подниматься. Пока я это расстояние поднимался, я раз 20 остановился, отдыхал. Ну, потому что это вообще очень экстремально. Да я еще с грушами шел туда. Целый рюкзак груш нес. Яблок. Ну, короче, отдал я все монаху Николаю. Он был рад. Потому что там груши у них не растут. Да, если тут неловко наступишь,
то можно далеко лететь будет. Весь разобьешься нафиг. Но потихоньку идти можно. Но они нашли там хорошее место, конечно. Красиво там, тихо. Даже очень тихо. Лесенка такая. Когда-то была сделана. Еще осталось от нее ступенечки. О! Уже ноги забились у меня. Надо делать перекур. Вот под этой елочкой. Немножко постою. Ну, уже слышу, там ручеек шумит внизу. Скоро там у меня велосипед будет.